цикл дурдома. То есть я пишу от лица сумасшедшего нашей действительности. Вот первая песня, которая открывает этот цикл. Излечи меня, доктор, от лжи. Излечи, ну чего тебе стоит? Я такие тебе рубежи подкрою, что дух забродит. Покажу первозданный мир без следов чьих-то печати. Из дерева жизни мы наделаем лир, и весь мир запоет от счастья. А Моцарт играет на скрипке, Орфей собирается петь, а новенький с блаженной улыбкой все пишет на горло проповедь. Вчера было хлеба в избытке, сегодня нам дали лишь треть, а новенький с блаженной улыбкой все пишет на горную проповедь. Излечи меня, доктор, от лжи. Я тебе и твоим знакомым дам машины, дома, гаражи. В местах городом незакопченным дам любовниц с фигурой богинь. Детям дам всем высокие кресла. Я уверен, для всех найду место. Хоть я такой не один. А Моцарт играет на скрипке, Орфей собирается петь, а новенький с блаженной улыбкой все пишет какую-то проповедь. Вчера было кое-кто в избытке, сегодня нас полная клеть, а новенький с блаженной улыбкой все пишет на горную проповедь. Излечи меня, доктор, от лжи! Излечи, ну чего тебе стоит? В исторические кутежи мы с тобою дорогу откроем, будем с Богом и с миром на ты. Излечи, ну чего ж ты молчишь? Кто-то в белых халатах все мои мечты завязал за спиной в узловатый шир. А Моцарт играет на скрипке, Орфей собирается петь, а новенький с блаженной улыбкой читает нам на горную проповедь. И жизнь здесь и страшная зыбка, и каждый день.